В июне в Казахстане впервые состоится международный турнир по игре «Го», который пройдет в Астане. Предполагается, что в нем примут участие профессиональные спортсмены и любители из разных стран мира. «Го» — это интеллектуальная, стратегическая игра, которая зародилась в Древнем Китае и сейчас популярна в странах Юго-Восточной Азии, в основном в Японии, Китае и Корее. В Казахстане игра «Го» появилась относительно недавно, но уже есть ее любители. Подробности расскажет Григорий Беденко. Как и шахматы, игра «Го» относится к настольным играм с глубоким стратегическим содержанием. Игра схожа квадратной доской с шахматами, но там нет черных и белых клеток, есть только пересечение линий, а вместо фигур используются белые и черные камни. Игровая задача состоит в том, чтобы поочередно, совершая ходы, разграничить пространство игрового поля. В Астане в первой половине июня мы планируем провести международный турнир. Там будут параллельно проходить два турнира. Открытый турнир казахстанский, и там планируем где-то на 200 участников игроков. На Кубок Евразии по ГО приглашены 16 сильнейших игроков мира. Они представляют Японию, Корею, Китай и страны Евросоюза. Также параллельно пройдет и открытый чемпионат Казахстана по ГО. В нем может участвовать любой желающий. Призовые фонды Кубка Евразии и открытого чемпионата Казахстана составят, соответственно, 60 и 15 тысяч долларов США. Генеральным партнером турнира в Казахстане выступит международная золотодобывающая компания «Полиметалл». Я нашел секцию в Алматы. Занимаюсь уже 3 месяца. Я пришел на мастер-класс, чтобы дальше совершенствоваться в этой игре, и хочу стать чемпионом. Для всех желающих сегодня был проведен мастер-класс. В Алматы во дворце спорта имени Балуана Шалака каждый мог ознакомиться с правилами и основными принципами ГО. Недавно созданная Казахстанская федерация ГО активно развивает игру в нашей стране. Открыты клубы в Астане, Караганде и Алматы, где проводятся регулярные бесплатные занятия для детей. Есть кружки в некоторых школах. А на аккаунт Федерации ГО Казахстана в Инстаграме сегодня подписаны более 10 тысяч казахстанцев. Григорий Беденко, Радик Джакупов, Алматы, Хабар 24.